Одаренных детей сегодня поздравляли с праздником и в театре «Глобус». На традиционном приеме мэра собрались самые талантливые. Я пришла на новогоднюю елку мэра. Здесь праздник, все веселятся. Ну вот Новый год – это хорошо, чтобы подарки подарить еще. И чтобы приготовить чего-нибудь вкусненькое, например, пирожки с капустой. И вот еще... торт с клубникой. На праздник пригласили около 400 детей. Здесь юные ученики, спортсмены, музыканты, художники. Они стали лауреатами международных и российских конкурсов. На елку они пришли в праздничных костюмах. Для гостей подготовили сказочный спектакль, конкурсы и мастер-классы. А в фойе театра установили интерактивные конструкции. В этом году нам особенно приятно встречать ребят, их родителей, потому что в фойе нашего театра стоят конструкции, разработанные специально для Нового года главным художником театра «Глобус» Корене Булгач. Но если вы их видели, то вы заметили, что все они сделаны в едином стиле, все они белого цвета, но при этом все они очень разные. То есть каждая из них фактически приглашает человека взаимодействовать. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!